В Махачкале продолжаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» с ходом реконструкции. На 5 столичных улицах ознакомился первый заместитель председателя правительства республики Гаджимагомед Гусейнов. Все подробности у нашего корреспондента Гаджимурада Зиудинова. Не надо пытаться, делайте спокойно, не надо все наторопять. Качество превыше всего, уверен первый вице-спикер правительства Гаджимагомед Гусейнов. Реконструкция дорожной сети на 5 столичных улицах идет полным ходом. В силу объективных причин проект был временно приостановлен, однако сейчас, благодаря взаимодействию всех заинтересованных сторон, работы продолжаются. Важно очень, конечно, и качество. Качество мы вообще не должны даже обсуждать и ставить под сомнение этот фактор. Вот. Но что касается, что мы должны уложиться в сроки, это тоже абсолютно подчеркивает наш профессионализм и уровень работы. А для того, чтобы все обеспечить срок, это должны быть и правильная, слаженная работа и органов государственной власти, муниципальной власти, подрядчиков. Сложности, возникающие по ходу ремонтных работ, это прокладка или частичная замена коммуникации. И только после этого за дело берутся дорожники. Как уверяют в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, прокладку асфальта доверят опытным организациям. Есть, конечно, объективные, субъективные причины. Но я думаю, что сегодня, если посмотреть, у нас по трем районам города Махачкалы контракты заключены и торги выиграли очень серьезные, хорошие, подрядные дорожные организации. Очень серьезные, которые выполняют работу качественно. Ремонтные работы параллельно ведутся на улицах Заманова, Сергея Лозо, Макарова, Тахагоди и Лизы Чайкиной. Как говорят сами ремонтники, насущные проблемы – это перенос коммуникаций. Были вопросы и к поставщикам. Что касается сроков, ремонтники планируют войти в график к концу июня. Работы почти на 70% завершены. Здесь остался кусок метров 300. Водоканал трубы меняет, замена коммуникации происходит. Как закончит, мы эту улицу сразу завершим. В завершении реконструкции дорожной сети в срок заинтересованы не только ремонтники. Сами жители улиц готовы предоставить свои услуги. Хорошее начинание. Аккуратно все убирают. Приезжают машины, ломают этот асфальт, закапывают и все. Никаких. Хочется, чтобы мы, наши дети, все чуть-чуть пожили в чистом порядке, да, асфальт чтобы был. Поэтому хотелось бы, чтобы и водоканал нам шел навстречу, да, где-то какие-то врезки, да. Сейчас, когда работы уже возобновились, можно говорить и о предварительных сроках сдачи объектов. Однако заказчики стараются учесть все нюансы. Данный проект, если помните, он сначала был инициирован еще в 2017 году «Единой России» на 2 года, был признан эффективным, и эти мероприятия они были включены как отдельным разделом в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ежегодно по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике ремонтируют порядка 85 столичных улиц. Проект рассчитан до 2024 года. Главная задача максимально и эффективно использовать ресурсы и при этом учитывать мнение граждан. Гаджимурад Зиудинов, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров и Юсуп Гази Амаров. Время новостей.